как заложил туда какие-то веточки, чтобы она не тряслась. Чтобы пока он будет маленький, и пока осознает, что что-то не так, чтобы постоянно туда могло что-то проникать. Это самое первое. Ему там буквально несколько дней. Знакомая веселуха, но это батюшки не только товарищу Сталину такое. Это батюшки не только товарищу Сталину, но ему уж особо постарались. Это первый ритуал, который показывает синий. Пусть разбирает. Потом было буквально полтора месяца, три месяца. Вот такое вот много-много было в детстве. И Кто, просто уже через... кто делал, зачем? Да, все подряд делали. Это просто через открытую дверь они показывают. Входила, 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 ослабляла его. Мог бы и не заметить, могло бы пройти. И все мимо, знаешь. А так вот, как дверца открыта, разрезал ножом. Навкрест и все. И как дренаж поставил. Знаком, у меня в этой жизни похожее было. Пусть синий посмотрит мое крещение в этой жизни. Что там было? Это ты не младенец был, это ты уже А в побольше. этом, да, еще просверки ел, потому что голодный был. Полдня ждали. Я вообще не вкусная. Мне мама когда-то давала, я ее выплюнула, пошла. Она не соленая, не Я сладкая, тоже не никакая. хотел есть, да. Это та же маца, только с виртуальной кровью, а не с реальной, ибо плоть Христова. Вот, им есть нечего было, и мне... Ну, Тогда, маленький ребенок, да, и голодный. взяла, что вот рядом. Тогда же Советский Союз ничего не было, ни быстрое питание, ничего, а ждали долго там, то одно, то другое. Ну, это просто крещение было в этой жизни. Нет. Или похожее. Что там было? Похожие тоже разрезали вот так накрест. И вот как завернули края, знаешь? Да. Чтобы открытых кристалла и Угу. знакомо. Пусть залечивают фиолетовое и синее. Закрывают. Что еще? На Сталина до Ой, рождения еще было. естественно, да. До рождения еще было очень много. Там какое-то было, знаешь, вот все равно какие-то на уровне ДНК геномов, как антенки, улавливали что-то. Там еще было как к отцу привязано, к деду привязано. Там много было привязано, привязано, привязано. И он просто, когда тело физическое есть, ДНК структуры как уловители ловит это. Там какие-то как родовые серьезные были.
Вообще у Сталина были братья и сестры? Чего я не вижу никого? Думаю, нет. Обычно у женщин было много детей. Я там почему-то вообще не вижу. Да, чуть легчает сейчас. Разрезы сзади и спереди А, интересные. закрывается. И куча последствий. Она входила и сейчас входит и выходит кому. Все кому не лень. Это как, знаешь, у тебя в этой жизни крещение, как чтобы ты более податливый был. Чтобы вот на негативе, не то Да, именно чтобы... воля. Чтобы не то, что там пришел и пошел, все нормально, ну, там ребенок не обратил внимания. А вот мурыжили все, чтобы тебе там плохо было, чтобы уже Да. на все согласен, быстрее бы это закончилось, уже Отказ от куда-то своей воли, пойти. да. И начал конечно, потому что реально с 8 до 2 было, уже в 2 почти. Да, это же кошмар. Как вот специально, но это на самом деле как специально, да. Чтобы уже конючил, плакал, не хотел, Угу. вот-вот-вот. Сдался, был подавлен. Открыта была энергетика на эмоциях, на негативе, на раздрае. Нет целостности, да. Очень неприятно было. Я помню этот момент. Мне 5 лет было. Я помню это. Голодный этот хлебушек как благо какое-то, которое, ну вот, еще программку на нищету, на недоедание, вот это вот. Такой паршивый этот хлеб, невкусный Чтобы никакой, принес, съел, но не маленький. хотел, да, вот, на объедке. В то же время символ, чтобы на открытость съел вот это жертвоприношение под ключком. Самого Там себя, по сути. программа была на какую-то, знаешь, как закрытие, вырождение рода, на все вот негатив ты улавливал на уровне даже ДНК структур. От отца шло, от матери шло такое не очень хорошее. Род. Понаставили, да. Да, род такой весь изначально как червивый какой-то. Поеденный. Неплохой, но вот Ну, не именно червивый, поеденный. там наложили, нацепляли и Вот поел. Червяк искаженных как структур. да, какой-то червяк залез и поел. Не то, что он сам по себе плохой, а то, что кто-то на него Да, влиял. программа полная, медузки и все остальное было. Да, синие смотрят. Как вычищают, знаешь. Вот как корень такой. Там что-то убирают, чтобы чистый был.
на Сталина еще, кроме этого ритуала на До могиле на 18 лет Кате? 312 ритуалов было сделано на него до его возраста 18 лет, не говорит. Круто. Кем? Заказчик кто? Говорит, нет, не один, говорит, несколько. Начиная от самых обычных, которым как фас просто на него показывали, знаешь, как собак спускали. Это вообще такие, как, ну, не случайные, но какие-то местные, до серьезных, говорит. Там период 14 лет почему-то достаточно как красный такой показывает. И 17-18, 16-18. Вот такие вехи, где больше всего. Говорит, порядка 50 семей делались дистанционно. Ритуальных, сколько именно ритуальных? С убийствами и так далее. С жертвами. 45, говорит. Почему 45, не знаю. 4, 5, 9. Ой, обычно они там 3, 6, как-то это 45. Разбирают. Какие самые распространенные? Говорят, что ритуальные убийства. Их больше всего было. Образ где брали? Просто в сознании Роя? Да. Энергетика. А в этой жизни у меня сколько ритуалов? По сейчас. Разной степени сложности около 30 тысяч. Может быть такое? Да. А с участием моих энергий сколько ритуалов? 12 тысяч. Почему 12 тысяч, не знаю. Ну, мною что-то делаю, я вовлечен, ответственность все равно на меня. Это не против меня, но... Тебе статистику смотри. Да, ну нафиг. Есть у меня одна идея, как это прекратить. Мне все это достало. Супер. Сейчас займемся.